приветствую вас на канале Техноарена. В этом видео я расскажу вам о 10 самых продаваемых беспроводных наушниках по версии Яндекс.Маркета. Наш топ я хочу начать с модели Marshall Major 4, минимальная воспроизводимая частота которой составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Корпус этих накладных наушников состоит из металла, пластика и эко-кожи, а амбушюры сделаны только из эко-кожи. Здесь используется формат звуковой схемы 2.0, а диаметр мембраны составляет 40 мм. Несмотря на то, что это беспроводной девайс, он может использоваться и вместе с кабелем. Для подключения к другим устройствам вам необходим 3,5-миллиметровый разъем, а для зарядки требуется разъем USB-C. На корпусе наушников можно обнаружить многофункциональную кнопку, а еще ими можно управлять при помощи смартфона. Мне также хочется отметить, что максимальное время автономной работы данной модели без подзарядки составляет 80 часов. Кроме того, производитель предусмотрел поддержку быстрой и беспроводной зарядок. В описании к этому видео мы оставили ссылки на все наушники, представленные в нашем рейтинге. Там же вы найдете специальный скидочный промокод, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успейте воспользоваться им. Далее в нашем рейтинге идет модель Samsung Galaxy Buds 2, минимальная воспроизводимая частота которой составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Корпус этих внутриканальных наушников выполнен из пластика, а амбушюры сделаны из силикона. Мне также хочется отметить, что корпус имеет защиту от влаги уровня IPX2. Девайс оснащен 6 микрофонами с функцией шумоподавления. Кроме того, производитель предусмотрел здесь поддержку системы активного шумоподавления. Для беспроводного подключения к другим устройствам используется технология Bluetooth версии 5.2. Также производитель реализовал удобное сенсорное управление и поддержку прозрачного режима. Управлять данной моделью можно и при помощи смартфона. Максимальное время работы наушников без подзарядки составляет 7,5 часов, а вместе с зарядным кейсом оно достигает 29 часов. Ставьте лайки, если вам понравилась эта модель, и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующие наушники, о которых я хочу вам рассказать, носят название JBL Tune 660NC. Их минимальная воспроизводимая частота составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Примечательно, что данная модель может использоваться и вместе с проводом. Для беспроводного подключения здесь используется технология Bluetooth версии 5.0, а для проводного подключения требуется 3,5-миллиметровый разъем. Диаметр мембраны этих накладных наушников составляет 32 мм, а чувствительность равна 100 дБ. Что же касается чувствительности встроенного микрофона, то она составляет минус 42 дБ. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел поддержку системы активного шумоподавления и голосового управления. В конце обязательно скажу, что максимальное время работы девайса без подзарядки составляет 55 часов. Кроме того, доступна функция быстрой зарядки. На очереди модель Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro, минимальная воспроизводимая частота которой составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Корпус этих внутриканальных наушников выполнен из пластика, а амбушюры состоят из силикона. Также производитель предусмотрел защиту корпуса от прямых брызг уровня IPX4. Диаметр мембраны излучателей составляет всего 9 мм. Для беспроводного подключения здесь используется технология Bluetooth версии 5.2. Кроме того, не могу не упомянуть поддержку системы активного шумоподавления и прозрачного режима. Управлять девайсом можно как при помощи сенсорных датчиков, так и посредством смартфона. Максимальное время работы без подзарядки составляет 6 часов, а вместе с зарядным кейсом оно достигает 28 часов. Производитель реализовал как функцию беспроводной зарядки, так и функцию быстрой зарядки. Далее в нашем рейтинге идут наушники Realme Buds Air 3S. Их минимальная воспроизводимая частота составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Корпус этой модели сделан из пластика, а амбушюры состоят из силикона. При этом корпус имеет защиту от воды уровня IPX5. Для беспроводного подключения здесь используется технология Bluetooth версии 5.3. Мне также хочется отметить, что производитель реализовал поддержку системы активного шумоподавления и достаточно удобно
удобное сенсорное управление. Управлять девайсом можно и посредством смартфона через приложение Realme Link. Максимальное время работы устройства без подзарядки составляет 7 часов, а вместе с зарядным кейсом оно достигает 30 часов. Доступна функция быстрой зарядки. Следующая модель, которая является одной из самых продаваемых на Яндекс.Маркете, называется Beats Studio 3 Wireless. Минимальная воспроизводимая частота этих полноразмерных наушников составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Хоть это и беспроводной девайс, он может использоваться и вместе с кабелем. Для подключения к другим устройствам требуется 3,5-мм разъем, а для зарядки предусмотрен разъем USB-C. Мне также хочется отметить, что производитель реализовал поддержку системы активного шумоподавления и прозрачного режима. Максимальное время работы без подзарядки составляет 40 часов. Примечательно, что ни быстрая, ни беспроводная зарядка не предусмотрены. Зато производитель реализовал поддержку технологии Fast Fuel и достаточно удобное сенсорное управление. На очереди модель JBL Live 660NC, минимальная воспроизводимая частота которой составляет 16 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Корпус этих полноразмерных наушников выполнен из пластика и ткани, а амбушюры состоят из эко-кожи. Что же касается диаметра мембраны, то он равен 40 мм, а чувствительность устройства составляет 97 дБ. Примечательно, что данная модель может использоваться и вместе с проводом. Для подключения к другим девайсам потребуется 3,5-мм разъем, а для зарядки доступен разъем USB-C. Для беспроводного подключения используется технология Bluetooth версии 5.0. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел здесь поддержку системы активного шумоподавления и сенсорного и голосового управления. Управлять наушниками можно и при помощи мобильного приложения MyJBL Headphones. Максимальное время работы без подзарядки составляет 50 часов, доступна функция быстрой зарядки. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель OnePlus Buds Z2, минимальная воспроизводимая частота которой составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Корпус этих внутриканальных наушников выполнен из пластика, а амбушюры состоят из силикона. Мне также хочется отметить, что корпус имеет пылевлагозащиту уровня IP55. Что же касается диаметра мембраны излучателей, то он равен 11 мм, а чувствительность девайса составляет 98 дБ. Для подключения здесь используется технология Bluetooth версии 5.2. Кроме того, производитель предусмотрел поддержку системы активного шумоподавления, прозрачного режима и сенсорное управление. Управлять девайсом можно и посредством смартфона через приложение Hey Melody. Максимальное время работы наушников без подзарядки составляет 7 часов, а вместе с зарядным кейсом оно достигает 38 часов. Доступна функция быстрой зарядки. Предпоследние наушники, о которых я хочу вам рассказать, носят название Edifier W820NB. Их минимальная воспроизводимая частота составляет 20 Гц, а максимальная достигает 40 000 Гц. Что же касается диаметра мембраны, то он равен 40 мм, а чувствительность этой модели составляет 91 дБ. Для беспроводного подключения здесь используется технология Bluetooth версии 5.0, а для зарядки предусмотрен разъем USB-C. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел поддержку системы активного шумоподавления и прозрачного режима. Кроме того, управлять девайсом можно как посредством голоса, так и через мобильное приложение Edifier Connect. Конечно же, на корпусе наушников тоже есть элементы управления. Максимальное время работы без подзарядки составляет 49 часов. Функции быстрой и беспроводной зарядки не предусмотрены. А завершает наш топ-10 самых продаваемых беспроводных наушников по версии Яндекс.Маркета модель JBL Tune 500BT. Минимальная воспроизводимая частота которой составляет 20 Гц, а максимальная достигает 20 000 Гц. Что же касается диаметра мембраны излучателей, то он равен 32 мм. Мне также хочется отметить, что корпус имеет пылевлагозащиту уровня IP68. Для беспроводного подключения здесь используется технология Bluetooth версии 4.1. Управлять девайсом можно при помощи многофункциональной кнопки или посредством голоса. Емкость аккумулятора составляет 300 мАч, что обеспечивает максимум 16 часов работы наушников без подзарядки. Поддержка беспроводной зарядки не предусмотрена, зато предусмотрена функция быстрой зарядки.
Напоминаю, что ссылки на все наушники, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Там же мы оставили специальный скидочный промокод, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если наше видео показалось вам интересным и полезным. И не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Счастливо!